В рамках партийного проекта «Городская среда» и акции «Добрые дела» депутат окружного совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Павел Чумырлиев помог благоустроить придомовую территорию многоквартирного дома номер 16 на бульваре Любы Новоселовой в городе Одинцово. С просьбой о помощи в проведении благоустройства к нему обращалась инициативная жительница этого дома. Депутат организовал работы по укладке универсального грунта и принял в них участие.